Не только первый снег напоминает о приближающемся самом волшебном зимнем празднике, но и первые огоньки за окном. Увидеть световую снежинку собирается у окна всей семьей. Для жителей Куйбышевского района весь год щедр на подарки. Этим летом здесь благоустроили сквер речников в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». А сейчас идет оформление пространства к Новому году. Чудо какое-то! Это вот сейчас вот идем, я говорю, снова снежинки появились, нас, говорит, тоже до нас очередь дошла. Обычно в городе мы радуемся. Это прям как сказка, действительно сказка, новогодняя сказка. Мы уже вот увидели, что украшение началось, уже настроение поднимается. Очень прекрасно. Спасибо, говорю, вот кто это нам делает. Вот сюда ходим каждый вечер, вот делаем 4 круга здесь. Вот для здоровья полезно. Не только сквер речников в новогодние праздники будет подсвечен иллюминационными снежинками. Возможно, что украшения останутся здесь надолго. Однако важно, чтобы иллюминация не мешала жителям окрестных домов отдыхать. Сотрудники муниципального предприятия «Самара-Горсвет» надеются, что так и будет, потому что свет от консолей достаточно мягкий. Никаких трудностей нет. Наоборот, жители отогнали все свои автомобили, которые здесь паркуются в ночное время, выходят, смотрят уже. Советы свои дают. Жители очень радуют. Никогда здесь ничего подобного не наблюдалось. Сейчас уже поздний вечер, но наша вторая смена продолжает работать для того, чтобы успеть к новогодним праздникам украсить город. На следующей неделе на месте летнего фонтана в сквере засияет зимний, светодинамический. Аналогичный устанавливают в 8 точках города. Стараются сразу же включать иллюминацию, чтобы повысить настроение горожанам. Так уже радует глаз фонтаны в сквере 30 лет Победы. Здесь же подсвечены деревья. Во всех районах города нарядят светодиодными гирляндами более 1000 деревьев хвойных и лиственных пород. Специалисты заверяют, надежности конструкции уделяется особое внимание. Вешаем уже не первый год. Держаться будет крепко. Используем монтажную ленту. Она очень прочная, замки хорошие. Провисит не один год, это точно. А у подножия монумента славы сегодня засияла масштабная инсталляция. По утверждению фирмы-поставщика, «Снежная королева» – это самый большой светодинамический новогодний фонтан в Европе. Его длина по склону 50 метров, общий вес конструкции 9 тонн. Замечательно, очень красиво. Я вот только что шел от ребенка садика, веду, говорю, смотри, какая красота. Вместо фонтанчиков и воды теперь у нас прекрасное, красивое оформление. И новогоднее настроение сразу бодрит. 1000 консолей предстоит разместить на опорах освещения по всей Самаре. Украсят также площади и скверы. Смонтируют как более 500 новых элементов иллюминации, так и те, что уже полюбились горожанам. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.